Привет вам, Сантьяго Бернабеу, над которым не облачко. Ждем начала нашего матча. Для вас сегодня работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Ну что же, сегодня мы будем смотреть в прямой трансляции Лигу Чемпионов, а именно матч группового этапа. Это Реал против Селтика. Спасибо, Георгий. Сегодня хозяева поля фавориты на выход в следующий раунд. Преимущество своего поля очень много значит в плей-офф. Я уверен, они им постараются воспользоваться по максимуму. Федерико Вальвер. Бензема. Реал на половине соперника. Решил пробить. Какой опасный удар получился. Мяч разминулся со штангой каких-то считанных сантиметров. В основном турнире Лиги чемпионов УЕФА участвуют 32 команды, но групповому этапу предшествует стадия квалификации. Она отсеивает клубы, которые не смогли пробиться в групповую стадию. Так что турнир начинается задолго до первого группового матча Лиги чемпионов осенью. И общее количество участвующих команд может достигать 79 клубов. Прогнозы имеют свойство не сбываться, и все же я ставлю на Реал. Очень редко эта команда допускает осечку. Карим Бензема. Еще чуть-чуть, гол мог быть. Аети. Идут они уверенно в атаку. Арбитр назначает штрафной недалеко от ворот. Ну что, прямой удар? Очень опасным этот штрафной может получиться, если он... Неплохо, довольно близко к цели прошел мяч. Да, выбрал бы чуть-чуть другую траекторию, и был бы гол красавец. Модрич. Карим Бензема. Кросс. Момент! Забивай! Отправляет он мяч в сетку. Отлично сыграл в этом моменте. И уже в самом начале матча получилось вывести команду вперед. Отлично он обыграл защитника. Еще раз гол посмотрим. Ну, нападающий сейчас сыграл на уровне экстра-класса. Блестящее индивидуальное мастерство. Да, оборона развалилась. И похоже, что защитники просто наблюдали вот за тем, как мяч влетает в их ворота. Реал впереди, как многие и предсказывали. Калум Макгрегор. За мяч они борются. Модрич. Модрич. Бензема с мячом. Бензема! Серьезная заявка на успех со стороны Реала. Теперь они выигрывают в два мяча. Повтор гола нам показывает. Очень хорошо у него получилось обыграть защитника. И в завершении все так же было сделано четко. Хорошо с защитой разобрались и отправили мяч в ворота. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Аети. Скотт Браун. Хорошо, они мяч держат. Отличный перехват, очень вовремя. Может, из этого что-то получится. На угловой мяч уходит. Мяч летит в центр штрафной. Вперед он мяч тащит. Скотт Браун. Очень опасно могло быть. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. А как насчет навеса здесь? Еще чуть-чуть, и был бы гол. Давид Алаба прижимает его соперник. Здорово сейчас может контратака пройти. Обратно нужно возвращаться и поскорее.
Раньше времени он ускорился и оказался в офсайде. Лука Модрич. Так, только не останавливайся, дальше двигай. И был рикошет, мяч уходит на угловой. На коротке угловой разыграли. Карим Бензема. Очень вовремя он сыграл на перехвате. Айети. Каллум Макгрегор. Айети. Очень хороший перехват он сделал сейчас. Вынужден последние минуты мадридский Реал играть без мяча. Отдать инициативу сопернику в конце матча и убежать в контратаку – это как один из вариантов ведения игры. Так что все нормально. Через одного игрока атака сейчас развивается. Опасная атака могла быть, если бы не перехват. Без мяча остается Реал. Каллум Макгрегор. Обратный пас. Очень быстро сыгран. Играет он на партнера. И как он дальше мячом распорядится? Спасает свою команду от гола этот игрок. И в центр штрафной подача. Можно играть дальше, считает арбитр. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Перспективная была атака, но у соперника было свое мнение на сей счет. Скотт Браун. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Каллум Макгрегор. Шейн Даффи. Айети. Без мяча они остались. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Какая техника, как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. И он забивает. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Лука Модрич. Карим Бензема. Тони Кросс. Тони Кросс с мячом. Уверенно вратарь справляется с этим ударом. Да, чем-то неожиданным не стало для голкипера. Вратарь выполнил свою работу четко и умело. Лука Модрич штрафную подает. Гол! Ну это просто круто, как он ножницами пробил. Мастер! Повторяет гол. Отличный навес у него получился. После такого сложно было не забить. И в завершении все четко было. Здорово разобрался с прессингом защиты и хорошо пробил. Тем временем у нас 3-1. Снова точный пас в его исполнении. У команды есть еще одна минута. Ровно столько добавил арбитр к основному времени. Какой прекрасный пример отбора мяча. Теряет мяч Реал. Закончился первый тайм на табло 3-1. И я думаю, у тренеров абсолютно... Начинается второй тайм первого группового матча в Лиге чемпионов. В пас он умеет играть и сегодня очень хорошо это делает. Хорошо укрыл мяч. Не дает этой атаке развиться. Кросс. Азар. Тони Кросс. Федерико Вальверде. Тони Кросс.
Без мяча остается Реал. И вперед он идет. Отлично он мяч держит. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Лука Модрич. Потери и мяч у соперника. Ходит мяч у них. И соперник позади. Раньше времени он ускорился и оказался в офсайде. Игрок, конечно, недоволен. Здесь было зафиксировано положение вне игры. По-моему, он уже видел, как мяч влетает в сетку. Но рано. Им позарез нужно забить. Так что эта тактическая замена абсолютно оправдана. Пас вроде получается. Азар. Эден Азар без мяча оставляет свою команду. Замена готовится в команде гостей. Решил тренер немножечко освежить игру, и давайте посмотрим, кто покинет поле. Теряет мяч Реал. Идут в атаку они. Вот это момент у него! В последнюю секунду мяч выбит. Штрафной в пользу Реала. Тем временем готов игрок отстающей команды вступить в бой со свежими силами. Заходит он с фланга. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Играет в пас команда. Основательно укрепились они тут. Реал отобрал мяч у соперника. Эден Азар. Подача на Бензема. Мяч выбит. Очень хороший отбор. Шейн Даффи. Передача голкиперу. Медленно развивается атака. Двадцать минут до конца основного времени матча. Каллум Макгрегор. Идут они в атаку. Друзья, мы что, будем смотреть передачи назад? Команда хорошо играет в пас, но нужно забивать. И тогда дальше игра пойдет повеселее. Федерико Вальверде. Двигается с мячом вперед. Пытается тут придумать что-то. Бей давай, отыгрывайся! Отлично сыграно, мяч перехвачен. И на фланг он пасует. Тони Кросс. Карим Бензема. Навешивает штрафную Бензема. Бензема. Передача на Кросса. Можно продолжать игру, чисто сыграно. И борьба за этот мяч будет. Отдает мяч сопернику Тони Кросс.
Много еще играть. 10 минут. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Опасно здесь может быть. Минди. Карим Бензема. Отличный перехват, очень вовремя. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. Выдающийся матч они сегодня проводят без шансов для соперника. Реал сегодня удивительно хорош. Доказали они сполна свой статус. И для соперника матч получается крайне тяжелым. Как его спасти, честно говоря, я вообще не представляю возможности. Королевский клуб сегодня на высочайшем уровне. Есть удар. И мяч в сетке. И надо забить еще один. Время еще есть. Игра продолжается. Счет 3-2. И мяч на фланг отправляется. Хорошо играют пас, но тут надо признать, что и соперник-то не особо мешает. В отборе играют действительно слабовато. Как бы теперь рубить не начали от бессилия. Федерико Вальверде. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. И на этом матч завершен. Финальный свисток арбитра фиксирует их победу в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов. Хороший матч они провели сегодня, и это заслуженные 3 очка. Они играли заметно лучше и были активнее соперника по всему полю. Очень уверенный старт. Он провел хороший матч, просто здорово смотрелся. Отлично сыграл, забил очень важный гол. Думаю, тренер должен быть доволен его действием.